Всем привет! С вами Таня Виттори. Друзья, спасибо за то, что вы вместе со мной изучаете русский язык. Подписывайтесь на мой канал, чтобы сразу видеть новые уроки, а также для того, чтобы я видела ваш интерес к изучению русского языка. Спасибо, друзья! Тема урока – прилагательные и наречия. Прилагательное. Какой? Хороший? Плохой? Первый? Последний? Новый? Старый? Молодой? Старый? Дорогой, дешевый, богатый, бедный, какой, большой, маленький, горячий, холодный, легкий, трудный, интересный, скучный, светлый, темный, длинный, короткий. Какой у вас дом? У нас хороший дом. У нас плохой дом. У нас новый дом. У нас старый дом. У нас большой дом. У нас маленький дом. Какая у вас машина? У нас дорогая машина. У нас дешевая машина. У нас хорошая машина. У нас плохая машина. У нас новая машина. У нас старая машина. Какая у вас работа? У нас хорошая работа. У нас плохая работа. У нас интересная работа. У нас скучная работа. У нас легкая работа. У нас трудная работа. Какой у вас друг? У нас новый друг. У нас старый друг. У нас молодой друг. У нас старый друг. У нас богатый друг. У нас бедный друг. Какая у вас дача? У нас новая дача. У нас старая дача. У нас большая дача. У нас маленькая дача. У нас хорошая дача. У нас плохая дача. дача. Наречие. Как? Хорошо. Плохо. Быстро. Медленно. Громко. Тихо. Интересно. Скучно. Красиво. Некрасиво. Тепло. Холодно. Как? Рано. Поздно. Часто. Редко. Много. Мало. Правильно, неправильно, темно, светло, бедно, богато. Какой? Хороший. Как? Хорошо. Вася хороший спортсмен. Он хорошо играет в теннис. Какой? Красивый. Как? Красиво. У Антона красивый почерк. Антон красиво пишет. Какой? Громкий. Как? Громко. Я слышу громкий звук. Он громко стучит в дверь. Какая? Теплая. Как? Тепло. У Лены была теплая шапка. В этой шапке Лене было тепло. Какие? Яркие. Как? Ярко. Какие яркие цветы? Как ярко светит солнце. Задание. Подставьте противоположные по смыслу наречия. Например, ты поздно встаешь? Нет, я рано встаю. Радио играет тихо? Нет, радио играет громко. Я читаю громко? Вы работаете много? Вы хорошо знаете жизнь? Антон бежит медленно? Ты часто гуляешь в парке? Ответы на задание. Я читаю громко? Нет, ты читаешь тихо. Вы работаете много? Нет, мы работаем мало. Вы хорошо знаете жизнь? Нет, мы плохо знаем жизнь. Антон бежит медленно? Нет, он быстро бежит. Ты часто гуляешь в парке? Нет, я редко гуляю в парке. Русские пословицы. Хорошему везде хорошо, плохому везде плохо. Много обещают, да мало дают. Высоко взлетел, да низко сел.